На этой неделе в Чувашии определят самую сильную женскую команду по волейболу в первой лиге. Финальная игра чемпионата Чувашии по волейболу среди женских команд первой лиги. В красной форме девушки из профессиональной команды «Спартак». В зеленой – любительская команда «Композит-21». И в последнем периоде удача явно на их стороне. Волейболистки «Спартака», одолеваемые спортивной злостью, отыгрывают сразу два мяча. Однако больше мяч площадки зеленых не касался. Эта игра завершилась их победой. Мы уже не первый раз с ними встречаемся, боремся. Бывает, все бывает, проигрываем. Чаще они выигрывают. Мы тренируемся в школе 3 раза в неделю. После работы мы не можем без мяча, без площадки, без общения. Впрочем, эта встреча еще не принесла «Композиту» заветный титул. В финальной серии девушки играют до 2 побед. Следующая встреча с этим же соперником в четверг. Если удача снова будет на их стороне, девушки в зеленой форме станут чемпионами республики. Если же победу в четверг возьмет «Спартак», будет еще одна игра. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.